Есть одно качество, которое рекомендую вам освоить, если вы хотите сами управлять своей жизнью. И это качество смелость. Что значит быть смелым? Многие воспринимают его как бесстрашие. И это ошибочное мнение. Страх – это нормальная человеческая реакция. Избегать его, подавлять его, думать, что это человеческая трусость – это ложный путь. Изначально чувство страха – это природный инстинкт, который вам необходим, чтобы защитить свою жизнь в опасных ситуациях. Кстати, это и не стремление к экстриму. Да, смелые люди совершают рискованные действия, но только тогда, когда этот риск обоснован и оправдан. Что же тогда такое смелость? Есть одна занимательная сказка. Пришлось как-то трусости одной ночью идти через лес. Ой, а в лесу деревья, как мрачные великаны. Ой-ой, каждый куст чудовищем кажется. Ой-ой, то летучая мышь пролетит, то филин ухнет. Вышла кое-как из леса, а там кто-то стоит и спрашивает. Ты кто? Я трусость. Да какая же ты трусость? Ты теперь смелость? А ты кто? Я справедливость. Смелость – это не отсутствие страха. Быть смелым – это значит не бояться своих страхов. Смелость – это движение вперед даже тогда, когда вы боитесь или встревожены. Как точно заметил Марк Твен, смелость – это сопротивление страху, а не его отсутствие. Будьте смелыми, и у вас обязательно все получится.